Всем привет, с вами Прия. Взял я такой относительно небольшой перерыв на ютубе. В полторы-две недели сами прекрасно видели то, что видосиков не было. Но, как говорится, пора возвращаться и пора делать хотя бы какой-то контент более-менее годный. Итак, начнем же. 7.3 обновление, которое, по моему мнению, выйдет, скорее всего, как вариант, в сентябре или в октябре. Рейд стартанет там через 3 или 2 недели после старта обновления. Типа как это всегда делают Blizzard. То, что они выпускают обновление и через какое-то время запускают рейд. Чтобы игроки привыкли к новинкам, там апнули легендарки, апнули новый шмот как вариант. Или за эту неделю даже не повышают и левел кап, а повысят его позже. И просто чтобы мы привыкли к новинкам своего класса, прикинули какие-либо там бис-листы, посмотрели, как красиво смотрятся сет-куски на наших персонажах и прочие различные вещи, оценили какие-то нововведения, да и прочее. Вот. А времени-то еще много, в принципе. Я так думаю сделать небольшой цикл видосиков. Но мой цикл видосов, который я, скорее всего, буду делать, он уместится там, может, в 3-4 ролика. И я, возможно, упущу что-то главное или что-то вообще такое незначительное, что может быть интересно вам, в принципе. Вот, по этому поводу я хочу именно вас спросить, мол, типа, какие видосики, какого характера можно записать? Мол, типа, расскажи о новых легендарках или там покажи лут с рейдов. Или там, покажи модели боссов, покажи там то-то, расскажи то-то. Я почитаю и относительно адекватное что-то выберу. И то есть, ну, каких просьб будет больше всего написано, те учту и в большей степени обращу на это внимание, скажем так. Ну, я пока что сижу, листаю, ну, что-то нахожу интересное, что-то не нахожу. Вот. Ну, так, по мелочи на самом деле. Ну, такое хорошенькое колечко. Вот, пишите, я жду. Все, всех благ вам, счастья, здоровья, светлых вам мыслей в голову, легендарок побольше. Берегите ноги, до скорого.